Тихий, это значит медленный, на церковно-славянский. Ми фо. Когда песня – это молитва. Знаменное пение на Руси всегда называлось ангелоподобным пением. То есть мы, воспевая, уподобляемся ангелам. Главная цель богослужебного пения – это польза для души. Это аскетика, это упражнение. Вся красота и разнообразие русского церковного пения в авторском фильме Филиппа Орлянского. «Ангельские песнопения. Знаменный распев». 18 апреля на телеканале «Культура».